вышли на вторую игру, не могу сказать, что не настроена, просто уже накопилась усталость за регулярный чемпионат. И, наверное, это нам помешало забить свои мячи, вот, и взять лидерство в игре. Но Оренбург тоже молодцы, они защищались и забили достаточно важные мячи, переломные. Мы немножко проиграли в защите, из-за этого не получилось у нас забить свои мячи. Подрастроились, дали забить им, ну и как бы уже сложно было здесь настроиться. Ну и в принципе, как бы эти игры уже, можно сказать, ничего не решают, но для нас, и я так понимаю, для Оренбурга тоже. Поэтому уже все так доигрывали в свое удовольствие, лишь бы доиграть. Самое главное, чтобы без травм, без всяких. Я здесь была последний раз, мне кажется, 10 лет, ну нет, я начинала здесь 10 лет назад играть, поэтому зал вообще не изменился, я, мне кажется, только я постарела, а зал все остался такой же. Ну, я была в Оренбурге год назад, но только с теплыми чувствами, всех девчонок в основном знаю, с тренерами тоже в хороших отношениях. Готова еще даже приехать. В финале будем у вас. Да.